И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Кирилл Гейм, Радекс, Венера, Гусанек, Супчик, Дэн. Пацаны, скажите веселые слова. Привет. Всем привет. Здорово, ребята. Всем веселые привет. Слова, привет. Сегодня будем убегать от SCP скромников в большом радужном лабиринте. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сейчас я кину в них гранату, и они сразу начнут за нами бежать. Смотрите, как это происходит. Первый пошел, ну что-то только один побежал. Сейчас я вернусь и кину в них еще гранату. Так, он не за мной побежал, это очень хорошо. Первый уже слился так быстро, вы че, пацаны? Вы что, только начали? Они все ровно меня прибежали. А, они все побежали? Да, они ровно на меня побежали все. Отлично, это хорошо, все, ребята, начинается веселье, сейчас будет очень жестко. Я слышу, как он убил кого-то! А это я был. Блин, я слышу, как кто-то бежит, но... Нежданчик, ребятушки. Блин, я так дернулся, у меня руки вспотели, скажу честно. Ребята, не забываем подписываться на канал и ставить лайкосики. Залетайте в наш дискорд, пообщаемся и поорем. На друг друга. На друг друга. Это точно. А он не туда бежит. А нет, он сюда бежит. Нет, он не сюда бежит. Пацаны все испугались, я тоже очканул, если честно. Так, давайте прогуляемся, посмотрим. Может, где-то они сидят. Хорошо, я ставлю еще, ребят. Ну, мы ж любим, чтобы все страдали. Надо, чтобы много людей умирало каждые 5 секунд. Один за мной бесконечно бегает. Ой, очень далеко граната моя улетела. Эй, граната, ты что так далеко летишь? О, смотрите, прям в ноги ему. Ой-ой-ой, как хорошо побежали. Хорошо, что не за мной, а он за мной. И спасибо, что ты меня спас. Видели, как он подписчика накинулся? Хорош. Ребята, уже 10 скромников. Досмотрите до конца, потому что в конце ролика я штук 40 поставлю, а может даже 50. О, а что они тут сидят? Что происходит? Они еще охлаждаются. Ой! За мной бежит, ребята, я успеваю. Блин, это страшно, отвали! Ой-ой-ой, пацаны, бегите! Ай-яй-яй! Разорвал меня на части просто. Вот это они серьезные, пацаны. А, кстати, они убивают и сразу садятся. На, попей. Прям поджог. Нет, я пошутил. Я пошутил. Бег. Опять спас меня. А, где-то рядом. Я прислышу этот крик громкий. Так, сюда бежим. Все, вот тут я смогу убежать от них. Нет, вот здесь. Нет, вот здесь. Вот тут встану. Как раз буду видеть коридоры. Все, выживаем здесь. Радекс сидит с гусем на голове. Ребята, скачали классный мод. Как всегда, Гусанек нам подсуетил какие-то классные моды. Теперь можно гусей одевать на бошку. Мы хотели их от крабов, но они одеваются только на башмаки, на ноги. Че, пацаны, мы не видим скромников? Как-то странно они себя ведут. Ой, все-таки кого-то убивают. Ой, 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 ой. Обменялись. Ай, да блин! Ё-моё, пацаны, почему я? Это был нежданчик сильный прям. Ой-ой-ой, прям рядом пробежал. Кирилл, спасибо. Он за мной! Я бегу, ребятушки. Спасаем, смотрите, как надо красиво отрываться от скромников. Ну ё-моё, блин! Ёкалы-выдекалы. Блин, я их очень боюсь, у меня руки потеют. Я не знаю почему, но у меня вспотели все пальцы на руках. Все, я стою здесь. 10 скромников, что-то все мало умирают. Вы заметили? А я еще ставлю, ребята. Мы же хотим, чтобы было веселье. Так, и того же сейчас будет, ребята, 15 штук. Вы бесите меня стопорить. Случайно подставил. Ой, ты че, давай садись. Он встает? Его даже не надо агрить? Давайте сразу поставим больше. А это просто надо к нему подойти, чтобы скрипт сработал. Смотри. Бегите, глупцы! Беги, беги, быстрее, быстрее, быстрее! Убил кого-то! Ай, блин, классно, когда нас не убили. А! Есть! Меня не убили. Гусанек, спасибо, что ты меня спал. Вот это начинается уже висе. Порвал подписчика просто. На! А! За мной. Вот смотрите, сейчас я выживу. Да не запари! Да блин! Ну блин, я всегда когда сильно стараюсь, они меня встречают. Вот это вакханалия началась. Я слышу, как трещат кости. То там умер, то там кто-то умер. О! А если я его ударю? А как он мимо пробежал и не тронул меня? Слышь, вставай! Все, 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 я понял. Разорвал меня. Так, стоим здесь. В чем я? Пацаны, можно еще поставить? Давай еще. Хотите? Да. Ребята, делаем то, что вы больше всего любите. О, сидят, отдыхают. Пацаны, я вам дружбановый сейчас ставлю. Кентафуриков?
Так, 20 штук уже есть. Блин! А! Даже 22 уже стоит у нас. Из цепишки. Давайте еще ставить. А! Я так дергаюсь сильно, когда они меня убивают. О, я возле них появился. Тима, там где... я нашел. Пацаны, готовьтесь. Я еще активировал. Так, 30 SCP-шек. Ну, прикольно. Нормально. Ай! Мне кажется, уже больше ставить их не буду. Мне не нравится, блин, что я так часто умираю. Не знаю, вроде более-менее. Да. Могло быть и хуже. Да? Хорошо. Они уже везде сидят, смотрите. Просто в каждом... Зачем ты их агришь? Хорошо, что они гонятся за тем, кто в них стреляет. Но это не всегда, кстати, нет, да? Бывает нет. По-разному. Не всегда. Рандом, да, полный? Да. А ром-дом-дом. На, понюхай гранаты. Беги, беги! Давайте в Вольтроны соберемся. Тихо-тихо-тихо. Я успеваю. Красиво бежим. Выживаем как можем. А, блин, я думал это... Скромник это! А это был скромник. Все хорошо. Я просто белый, я оторвался. Типа, он тоже белый, я... Да. А блин, ты двойной гусь. Блин, карта классная. Кстати, я еще здесь ни разу не бегал. Запутанная очень. А! Бегите! Глупцы! Да гусенечек! А! Блин, с двух сторон окружили! Еще потоптался по мне! Слышу. Блин, они так громко кричат, да? О, давай его по спине с ноги дам. На! Ой, сел! Вы видели этот прикол? Нет! Так что только меня, ну пацаны же стояли! А че вы ржете? Так, беги, беги! Надо их агрить. Все гуси на башках. Тут вроде будет. Все, я вот тут выживу, ребята, смотрите. Плохая идея. Не, я выживу здесь. Тут они кричат на всю карту. Кого-то порвали. Он в стенку. Пацаны, прощайте! Один есть. Пока они их рвут, я бы... Ай-яй-яй! Блин, поставить. Весело как! Умирать много раз. Так, пока меч еще ставить не буду, потому что что-то мне уже страшно здесь выживать. Вот это они кричат. Так, надо как-то встать в таком месте, чтобы можно их было видеть с далекого расстояния. Порвали. Бегите, бегите. Ой. Он сзади. Он спереди. Нет, я взад бегу. Порвали на моего подписчика. Так. А че ты сидишь? Беги. Блин, тебе не повезло. По башке монтировкой получил. Так, ребята, смотрите, как красиво можно оторваться. Главное, чтобы никто мне навстречу не бежал. А он сзади бежит. Ой. Блин, везде! Как он меня не убил? Как это случилось? Ну, это было классно. Они, как бывает, выбирают какого-то игрока, но уже тебя не трогают. О, смотрите, он просто ходит по карте и никого не трогает. На тебе по башке монтировкой. Как я уклонился! Сзади бегут прям в притирку. Беги, беги, быстрей! Гусанёк, прощай! Нет, не прощай. Убегай. Блин, смотрите, везде рвут подписчиков, на каждом углу, где не повернёшь. Ты, Дима, так вот. Нет, я хочу жить! Есть! Нет. Один нас пропал уже. Бегите, быстрей! Вот это жестко вообще. Все, фу, можно выдохнуть. Нет, бегите! Да ну не стой ты, блин! Что ж вы стоите, бей? Ну да. Все же хотят посмотреть, как друг друга убивают. Классно, когда они убивают кого-то, но не тебя. Это весело. Все, я тут буду стоять. Как раз три стороны, где их вижу. Особенно при тебе, когда они убивают. Да, ты понимаешь, что это классно, что не тебя. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Таня, спасибо. Это больно. На. Здрасте. Кстати, на этой карте вообще нема где запрятаться от них. Они просто везде достают. Ай. Ух, можно выдохнуть, я аж устал от них бегать. Они сильно такие мощные, пацаны. А где я слышу этот крик вонючий? Не за мной бегут. Фу, ого, двое порвали все-таки. За мной? Есть, я смог закрыться другим человеком, это классно. Ой-ой-ой, он сзади прям бежит. Подставщик. Подставщик. Согласен полностью. Шарлатан. Это я за тобой бегу.
Я как человек, которого подставили, а именно подставил Диму, я полностью согласен. Правильно. Классно, когда других убивают. Просто, вы что делаете? Блин, ребята, они просто за каждым углом. Где бы ни бежал, они везде встречаются. А вот никого нету. Зато кровяка на каждом хожу. Хожу. О, смотри, все, отдыхаем. Где? Давай его ударим по спине монтировки. Да с блина! Дима, это я тебя подставил. Да блин, ну ты такой молодец, я тоже люблю так делать. Все, сидит. Ваня, бежим. Вот давайте посмотрим, вот сейчас они по нему стрят, за кем он заагрится. На тебе гранату понюхай. Ой. Да ё-моё, да, меня порвало. Я за Диму спрятался, меня не убили. Ах ты хитрый, я люблю так делать. Я. Так, ребята, Ваня, давайте еще я поставлю. Ай-яй-яй! Получил хорошо. Так, давайте еще поставлю два штуки, и будет 30 штук. Все, 30 скромников. Ого, я в текстуры пролез. Это что за вред? Спасибо. Ух ты, ё-моё, я только появился, сразу умираю. Мимо, мимо, мимо. Я в текстуру заспавнил. Мимо. Хорошо, хорошо. О, сидит кентафорик. Пожалуйста, не меня. Отлично. Они мимо меня пробегают, и я живу. Там скромник стену ест, это нормально? Смотрите, мимо. Нет, не мимо. Капец, сколько смертей. Ай-яй-яй. Ну так 30 штук, можно даже чуть больше 30, я так приблизительно почитал. Таня, ты чё так пугаешь? Ай-яй-яй, я так дергаюсь сильно. Да ё-моё, дайте прожить хоть секунду. Ну смотрите, опять рядом возле меня заспавнился. Ох, их тут-то. Смотрите, тут сидит, там штук 5 сидит, вот сидит. Давайте проверим, тут никого нету. Кстати, вот в этой части они плохо бегают, да? Уходи. Забирай свои слова назад. Нет, они хорошо здесь бегают. Мы еще, ребята, прописали команду на generate, и они знают теперь эту карту наизусть. Знают, как пройти и найти каждого из нас. Нет, пожалуйста, меня не убивайте. Есть, хорошо. Нет, блин, передумал. Голову повесил. Так. Я хочу их замочить. Где мой драм? О, я возьму калаш. Ну что, щенки? Ладно. Щенок, я здесь. Замочил. Убил? Тут... О, Саня, привет. Смотри, скромник где. Че, Дим, мы их можно мочить? Да, давайте, только таким огнестрельным оружием, без базук и без гранат. Посмотрим, сможем мы их убить или нет. Но у них жизни не сильно, да, много? Много. Как вы думаете, приблизительно сколько? Надо их как-то загнать, в это, красную гранату кинуть, нормально. О, нет, надо взять петушару. Я буду камикадзе. Ай-яй-яй. Они друг друга защищают, пацаны. Так, давайте возьмем что-нибудь помощнее, например. О! R2 шары. Нет, давайте без R2 шаров тоже. Но это читерское оружие, согласитесь. О, я буду копьями. Копья вообще, это максимум 20 кп. Не, немного от него. Они с одного раза убивают любого человека. Это человека, но не скромников. Оно отскакивает от них. Вот видишь, они бронированные. Бронированные? Нет! Представляете, сидел, думает, а ладно, встану, убью тебя. 1000 копей в него кинул. Давайте что-нибудь возьмем. Интересно, что у нас есть? О, пригвождатель на них работает? Ай! Нет, вроде не работает. Давайте проверим. Так, надо что-то взять. У меня такое очень мощное оружие. Сейчас я возьму. Ой, не того. О! Вот это оружие. Это я получил по башне. Пожалуйста, не трогай. А теперь я за ними гоняюсь. Вы чё? Мужики. Да, я тоже гоняюсь. Не приглаждается. Ай! Это миф. Да, не приглаждается, не убивай. Мы еще никого не убили, кстати. Чё за бред? Давайте. О, вот. Вот это, ребята, мощное оружие. Оно где-то выносит около 80 хп, если в тело, если в голову, то сразу. Смотрите. А, ё-моё! Я страдаю просто. Ну, Кирилл, я тебя спас. Да, тварь ты такая! Они уже все в крови, обкровавленные. О, вот это мощная тоже пушечка. Так. Я хочу видеть, чтобы хотя бы один SCP умер. Чё-то нифига.
Эй, это читерское оружие, гусанёк. Ладно, на, ты хочешь куклу? Нифига себе в него садил, это ж много оружия реально отнимает. Вот видите, какой разлет там пуль. Блин, ну я разозлился, а чем их можно убивать тогда? Монеткой. О, я монет. Реально, давайте попробуем монетку. Нифига не берет их! Нормально, просто. Это у них сколько. А сколько ж у них жизни? Ой, где-то 100 тысяч. Я походу убил одного, пацаны. Только не отобразилось почему-то. Там отображается, то, что ты убиваешь. А, так может мы уже убили несколько тысяч штук? Боже. Ну-ка. Нет, Дим, на них не работает монетка. А вот я убил еще одного. Отвали! Вот реально убился, умирают. Ай. Сейчас, ребята, мы всех замочим. Так, ну что, я вышел на охоту. А когда хочешь их убить, их никого нету. Вы чё, очкошники? Эй, а может мы уже всех убили? Нет. А нет, вот сидит. А ну отойди, отойди оттуда. Говорю, отойди. Убил. Ах ты, зараза, отомстил за своего друга. Братишки. Ай. Так, обычно тут они все терлуются, никого нет. А вот. Ай. А, он уже умер, я труп пинаю. Он так руки склал, обиделся на меня немножечко. Ай! Он уже. Ух ты! Саня! Ты села в форум, Саня. Кто следующий, Дима, ты? Я вообще никого не трогал. Ой, монеткой по башке ему дал. Отвали! Есть, убил! Вот это было красиво, прям рядышком! Просрала! Есть! Опи, шерсть! Нет! Блин, блин, борда вонючая! Молодца! А что она просирает? Ёкала вынекала! Дима, на своих работает, а на скромников нет. Не, когда возле стенки нет, близко стоишь, она что-то не срабатывает. Так, ну еще кто-то ж остался, по-любому, мы не всех убили. А, ну, давайте на всякий случай мы еще бомбу взорвем мощно, чтобы мы точно знали, что все. Но не ядерная, потому что ядерная... Я не, буду ядерную. Я пошутил, что это не ядерная. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!